Всем привет, мои дорогие зрители! Меня очень многие просят снять цены на собачьи и кошачьи товары, так что выполняю запрос. Пришли мы вот в этот магазин, он, по-моему, сетевой. Пойдемте внутрь, посмотрим, что там есть и что сколько стоит. Вот такая очень большая кровать для собаки. Стоит 320 шекелей. Нашему бы виски подошла. А вот такая поменьше стоит 130 шекелей. Дальше собачьи шампуни. Вот эти шампуни Perfect Coat стоят 70 шекелей. Причем неважно объем. И литровая упаковка, и пол-литровая упаковка стоят по 70 шекелей. Вот такой шампунь Vets Plus Best стоит 100 шекелей. Вот эти шампуни стоят 60 шекелей. Вот такой поводок у нас, кстати, такой же есть, но только большего размера, стоит 140 шекелей. И, я так понимаю, для среднего размера собачек. Вот такой ошейник стоит 25 шекелей, а поводки стоят 40 шекелей. Вот такие маленькие ошейнички, по-моему, они шлейки называются, если я не ошибаюсь. Стоит такая штучка одна 52 шекеля. Побольше уже стоит 59, точнее 60 шекелей. Вот такая тоже шлейка. Стоит 70 шекелей. Щипчики для подстригания когтей 53 шекеля. А это типа расчесочка для вычесывания блох. Стоит 30 шекелей. Щетка для собак, для вычесывания их шерсти, стоит 60 шекелей. Так, я так понимаю, что это защитный воротник для супер маленьких карманных собачек. Стоит воротник 90 шекелей. Зубные щеточки для собак, которые одеваются на пальцы, стоят 20 шекелей. Такой вот гель для чистки зубов стоит 60 шекелей. Тарелка стоит 70 шекелей. Вот такая резиновая игрушка стоит 60 шекелей. Вот такая 70. 40 шекелей такая игрушка стоит. А такая 63. Вот такая большая миска для собак стоит 60 шекелей. Вот такая пластиковая миска стоит 63 шекеля. Большая очень. А вот такая кормушка для собачек стоит 110. Так, вот такая маленькая кормушка для маленьких собачек стоит 40 шекелей. Так, вот такие лакомства для собачек стоят 9 шекелей одна штучка. Такая штучка стоит 13. А вот такая штучка стоит 10 шекелей. Вот такая косточка 30 шекелей. А вот это вот 25. Кстати, наш виски совершенно не любит такого рода кости. Такая косточка стоит 20 шекелей. Вот виски у нас любят вот такие косточки. Он их вообще смакует очень долго. Стоит такая косточка 25 шекелей. И еще вот такие любят. Вот такая кость небольшая стоит 17 шекелей. А вот от этой косточки виски, наверное, умрет, если ему дать от счастья. Стоит она 90 шекелей. Вот такие собачьи няшки. Тоже у нас виски любят такие. Стоит 25 шекелей такая упаковка. Дальше собачье печенье. Стоит упаковка 26 шекелей. В зоомагазине наполовину товаров не было ценников, так что снимаю в супермаркете. Вот такой большой мешок с кормом для собак. Здесь 12 килограмм и стоит этот мешок 100 шекелей. Ну, на самом деле очень низкая цена, видимо, там мясо, только запах. Так, вот еще такой корм, тоже 12 килограмм. Догли. Стоит 105 шекелей. Консервированный собачий корм вот этой фирмы Bonzo, наверное, стоит 18 шекелей за 3 банки. В одной банке 400 грамм вроде. Педигри. 3 килограмма стоит 89 шекелей. А вот такой корм Чикопи, наверное, так читается.
стоит 60 шекелей за 2 килограмма. Вот такой собачий корм фирмы Apollo, сухой корм, 60 шекелей за 1,5 килограмма. Вот такой собачий корм стоит 12 шекелей, это мокрый корм, здесь 300 грамм. Упаковка мокрого корма вот в такой мягкой упаковке стоит 6,90, и здесь 100 грамм. Вот такие собачьи няшки-вкусняшки-хрустяшки фирмы Apollo. Вот возьмем, например, эту. Стоит 30 шекелей, но тут идет 1 плюс 1, то есть вы покупаете одну, а берете две. И в одной упаковке здесь 200 грамм. Так, это я понимаю, что одноразовые пеленки для щенков. Стоит упаковка 40 шекелей. Размер пеленки 1,60 на 60, и здесь 24 штуки. Так, это у нас средство от паразитов, от блох, клещей и так далее. Для очень больших собак стоит такая штука 190 шекелей. Здесь 4 капсулы. Каждой, по-моему, хватает на месяц. Для собак поменьше стоит 160. Еще меньше собаки 130, 120. И для совсем малюсеньких карманных собачек 110. Шампунь для, вообще для домашних животных. Стоит 80 шекелей, вот такой. И также я хотела вам показать цены на собачьи корма премиум класса и выше. И так как в зоомагазине не было ценников на эти корма, а в супермаркетах такие корма не продаются, я решила зайти на сайт зоомагазина, где я снимала цены, кстати, он называется Anipet, и показать вам цены на собачий корм премиум класса и выше уже в интернет-магазине. И начну я с корма Royal Canin. Это достаточно такая популярная марка. Я точно знаю, что в России такой корм продается. И я знаю, что многие заводчики любят этот корм. Итак, я выбрала упаковку корма 15 килограмм. Стоит он 259 шекелей. Это обычный корм для взрослых собак среднего размера. Следующий собачий корм, который я вам хотела показать, это корм Go. Я выбрала обычный корм из курицы. Написано, что этот корм ультра премиум класса и содержит 60% мяса курицы. Итак, упаковка 2 килограмма 700 грамм стоит 129 шекелей. И упаковка 11 килограмм 300 грамм стоит 349 шекелей. Так на самом деле со всеми кормами, то есть совершенно невыгодно покупать маленькие упаковки корма, потому что он выходит намного дороже с расчетом на 1 килограмм. И еще для сравнения покажу вам цены на корм ProPlan. Тоже достаточно такой известный корм, на слуху. Я выбрала, опять же, обычный корм для взрослых собак с курицей и рисом. И, значит, упаковка 2 килограмма 700 грамм стоит 99 шекелей, а упаковка 8 килограмм 200 грамм стоит 189 шекелей. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. В скором времени выйдет видео о кошачьих товарах, так что если вас интересуют какие-то определенные кошачьи товары, пишите об этом в комментариях, и я попробую найти их. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока!